Ребята, всем привет! Сегодня у нас уже 31 число января. Извиняюсь, то что ветер дует. Скорее всего, меня будет плохо слышно. Нахожусь я возле Балакова на стояночке. Вот стоит ман. С субботы я здесь. Сегодня среда. Четыре дня я здесь стою. Купил газового баллончика, взял. Сейчас покажу, что я еще взял. Так. Как бы отойти, чтобы ветер-то не дул. Ветер ужасный. Такая стоянка. Там заправка впереди. Там кафешка, душ, туалет, магазин. Ходил, взял газ, взял жидкость. И, кто знает, это чтобы в бак пискануть. Если что будет, там запарафиниться или еще как-нибудь. Вот. Поэтому нашел вроде груз, еду на Москву, но грузиться буду завтра, поэтому никуда не пропал. Ман чистый, видите, помытый. Так, сейчас я в него залезу и все вам расскажу. И в общем, ребят, такая складывается история. Как я повторюсь, я со субботы здесь, в субботу, правда, я в самом городе Балаково был. А сегодня у нас среда, я стою на стояночке перед Балаково, перед самим, видите, погода гадость на самом деле, дует ветер, откуда-то надул снег, хотя этого снега толком и не видел, но оказывается он есть. И самое печальное то, что файлы, которые были, когда ехал я с Москвы, встречался с Джеком Дальнобоем, там потом дальше, все эти, когда всю я снимал эту дорогу, файлы невозможно выложить в интернет, так как настройки камеры я изменил, но не проверил. И тем самым они вообще, они там виснут конкретно, вы ничего не увидите. Но, тем не менее, там интересного такого особого нет. Единственное, что интересное там, это как выгружался этот станок фрезерный, вот, фрезеровочный. Ну и, в принципе, все, там кран. Подъехал, получается, через свою кабину его там проворачивал. В общем, было страшновато, но даже мне на какое-то время, потому что этот все-таки станок весил нормального веса. И как бы так сложилось, что застрял я здесь почти на полнедели, вернее, уже на полнедели. Ну, благо, груз вроде найден. Сегодня выезжаю, скорее всего, сегодня в Саратов, в сам Саратов. До Саратова мне 145 километров. Приеду, получается, в Саратов. Загрузка будет у нас на Москву, Московскую область. А оттуда уже будем ехать домой. Вот, поэтому пора ехать домой. Время уже у нас поджимает. Будем думать что-то брать уже с Москвы конкретно домой, потому что хочется уже домой, если честно, поэтому надо ехать домой. Ну а так машина исправна, запускаю ее периодически на улице, минус, все-таки минус 13, ночью минус 16-15, где-то вот так вот. Поэтому периодически приходится все равно ее запускать. Масло Total, кстати, хорошее масло, я сейчас проверял уровень, прям вообще маслица меня радует, ну, соответственно, хорошее должно быть масло, вот, называется, ну, я вам, по-моему, говорил, Total Ruby оно называется. Да, вот такие вот, ребята, вот дела. Выбрал я немного не ту специфику, не то полушарие, можно сказать, на нашей России, не ту точку, откуда реально трудно уехать на самом деле, тем более многие дальнобойщики со мной согласятся, они, кто знает Саратов и Саратовскую область, что грузов отсюда на самом деле мало, тем более начало, получается, нового года, да, начало нового года, и грузов, соответственно, вообще мало, и ставки, соответственно, чуть-чуть за ней. Ну, как и в любой сфере, в начале года всегда трудно, а потом уже становится легче. Но тут трудности, видите, как проявляются. Надо выбирать правильное направление. А я выбрал, ну, неправильное направление, так как, не знаю, может быть, я не такой опытный грузоперевозчик или еще как-нибудь. Не знаю. В общем, не судите строго. Поэтому скоро будет новый видос.
уже, скорее всего, московский. А может быть и нет даже, не знаю. Заявки, потому что пока еще нет, поэтому выкладываю, постараюсь выложить это видео сегодня, вот, чтобы вы увидели, чтобы вы узнали. Ну а я, наверное, буду потихонечку собираться, уже уточнять, ехать мне, не ехать, и двигаться в путь. Так что вам всем большой удачи, кто смотрел это видео. Обязательно, обязательно подписывайтесь на канал, кто еще до сих пор не подписан. Там такой кругляшочек будет с правой стороны у вас сейчас, вот там, справа, снизу. Обязательно подписывайтесь на канал. Всем вам огромной удачи и пока.